Могут добавить до 10 лет срока. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых предъявили обвинение. Его дальнейшей судьбой сейчас распоряжается отдел по распределению особо важных дел. Экс-губернатора обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Никита Белых 10 лет назад, в 2011 году, чтобы улучшить показатели своей деятельности, обеспечил выделение средств из областного бюджета для Кировской региональной ипотечной корпорации, якобы в целях строительства и приобретения жилья для работников бюджетной сферы. Денежные средства размером в 448 миллионов рублей поступили на счет ипотечной корпорации, но были израсходованы на текущие нужды. Помимо этого, в 2015 году Никита Белых обеспечил совершение крупной сделки на 320 миллионов рублей между ипотечной корпорацией и другой компанией. Эти средства были распределены по другим организациям. Другие компании полученные суммы в компанию КРИК не вернули. Организация обратилась в арбитражный суд Кировской области. По решению суда правительство региона вернуло ипотечной корпорации более 200 миллионов рублей. Сейчас расследование продолжается. Напомним, что Никита Белых уже отбывает наказание за получение взятки. В 2018 году суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.